Вас вітає інформаційна служба телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Євген Паблавець. Добрий вечір. Глядіть у гэтым выпуску. Сьогодні Гомель означає День визволення німецько-фашистських захопників. Помніка разведчику, повному кавалеру Ордена Слави Александру Андрієнку відкрили на центральній площі города Будокошальова. Лепші сувеніри з регіональними особливостями виберуть у Гомельській області. Апошні вихідні листопада у Білорусі об'явлені днями скидок, а зараз об гэтым іншим більш подробязно. Сьогодні Гомель означає День визволення ад нямецка-фашистських захопників. 80% розбураних побудов і усяго 15 тисяч жыхароў са 147 тисяч до ваеннай колькасці насельніцтва. Менавіта таким убачылі Гомель солдаты Чырвонай арміі 26 лістапада 1943 года. Разам з супрацоўнікамі абласнога музея ваеннай славы старонкі гісторыі перагарнулі і нашы корэспандэнты. Это был один из крупнейших промышленных и культурных центров Белоруссии. Веселый, жирастущий город. Вот каким довелось его увидеть. У областного музея военной славы есть картина «Вызволение Гомеля 26 листопада 1943 года. Палац румянцевых паскевишев. Парк и в облаке. На фоне солнечного неба». Супрацовники музея кажут, что разумеют автора. И он имкнулся передать почувство счастья от вызволения города. На самой справе раница этого дня была вельми золкой, а солнце у гэты час года тут практически николи не бывает. Червоная армия вошла в город у 9 годин 30 хвилин. Правда, с довоенных амаль 150 тысяч жихаров убачить ту раницу могли только 15 тысяч. Нехто знаходился у эвакуации, нехто на фронте. Шмат кого с гамельчан угнали у Германию ці забили. Особливо жесткими оккупанты были у относинах до партизан и подпольщиков. Вы видите молодую красивую женщину, связную домановическо-партизанского отряда Марию Власенко. На ее глазах сожгли четверых ее маленьких детей, а мужа заживо закопали в землю. Фашисты требовали, чтобы она сказала, где находится партизанский отряд, кто связной, но Мария молчала. Коли 11 кастрычника 1943-го Червоная армия вызволила Белицу, стало зразумело – на шарзе Гомель. Немецкая армия не только створила моцную оборонную линию, але и начала масштабное знищение будинков. На сучасной улице Ленина относно целым заставался только дом коммуны. Его заминировали, але узорвать не поспели. На Советской был сдалеку бачны будинок банка. Усё остатнее узорвали. Третий будинок, який захавался у центра Гомеля, так званый дом специалистов по сучасной улице Кирова. Дарыча, под Гомелем немецкая армия могла трапить у яшчэ один котел, яких после Сталинграда яны вельми боялись. З уликом створанной ею оборончей линии Червоная армия вырашила узять город не напрямую с Белицы, а сбоку Рэшицы и Ветки. Еще несколько дзён и гомельский котел мог бы стать реальностью. Коли оккупанты это зразумели, яны литерально сбегли с города. Командующим фронтом Константином Константиновичем Рокоссовским было принято решение хватить Гомель с юга и с севера и вынудить их отсюда уйти. Даже когда 26 ноября Левитан объявил, что в результате обходного маневра, значит, немецкие войска вынуждены были уйти, и в результате был освобожден город Гомель. Гомель стал первым областным центром Беларуси, вызволенным от нацистских захопников. У гонор этой подеи Москва салютовала 20 залпами с 224 гармат. Это был другий салют у истории Великой Айчины. Первый прогучал 18 листопада у сувязи с вызволением Рэчицы. У снежни у Гомель переехали Центральный комитет Коммунистической партии Беларуси, Президиум Верховного Совета и Совет Министров Украины. Раз несколько тыдняў тут же у Гомеле было принято решение об обновлении народа. Господарки. И такая личба. Замужность и героизм, проявленные у боях за вызволение Гомеля. 23 воинские формирования отрымали наименее гомельских. Пытались удержать Белоруссию любой ценой. Чтобы было ясно, что если Красная армия войдет в Белоруссию, значит она автоматически войдет в Германию. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». 26 листопада 1943 года войски Белорусского фронта под командованием Константина Рокоссовского вызволили город. Бои за его вошли в историю под названием «Гомельская Рэчицкая операция». С нагоды святкования исторической даты Дня вызволения Гомеля от немецко-фашистских захопников сегодня отбылся митинг ля Вечного огню. Сюда пришли представники улады, працовных коллективов и школьники. Хвилиной молчания яны ушановали память загинулых воинов и усклали до похования кветки.
Сярод удельников митингу – ветераны Великой Отечественной войны Алексей Пименов и Михаил Ляхчилкин. У складе зенитной батареи в 1941-м он оборонял город, а потом и вызволял от немецких захопников. Я участник освобождения города Гомеля и защищал город Гомель. Я сам по специальности зенитчик, рядовым солдатом был. Наша батарея стояла сейчас в карусели, 8 орудий зенитные. Охраняли Новобелинские мосты от немецко-фашистских захватчиков. Самолеты налетали на этот мост разбомбить. Участников войны везде поощряют, поддерживают. Ну как не радоваться этому всему? А то, что мы завоевали этот мир, участники войны, ну это гордость. У Гомеля стала добрая традиция означать подеи, которые связаны с Великой Отечественной войной, реконструкциями боев. Подчас святкования 73-й годовины вызволения Гомеля у делу такой реконструкции приняли около 100 человек. За деи назирал Олег Сентеров. За 2 години до початку реконструкции все удельники уже на месте будущих боевых деяний, члены военно-исторических клубов из Гомеля, Минска, Гродно, Могилева и Санкт-Петербурга, каждый не просто прихильник истории, а и соправданный профессионал у своей справе. Часом обновить историчные подеи все больше тяжко, а тому особливая увага отповедности военной формы и зброи. Головное, коли можно так сказать, упригоджение любой военной реконструкции, это соправданная боевая техника, как, например, вот этот мотоцикл часов Великой Отечественной войны М-72, соправданным, до речи, кулеметом Дегтярова. Сирот задач военных реконструкций не только показать некий эпизод Великой Чины, а и нагадать об ее истории и удельниках. У речи и подчас обороны Гомеля в 41-м, и подчас вызволения в 43-м активный удел у боях примали местовые жихары, нащадки яких зараз назирают за реконструкцией. Военно-патриотичный клуб, 53-й мотострелковый полк Народного комиссариата внутренних справ уже несколько годов існує при республиканском унитарном предприятии Гомель-Энерго. Сучасники кажут об этом подразделении, ведают не вельми шмат, а но, тем не менее, унесло значный уклад у нашу перемогу. Бойцы этого полка активно участвовали в боях, боролись с высадкой десантов немецких, которые были очень массовыми, диверсантов. Работали с красноармейцами, которые уходили с линии фронта, дезертиры и тому подобное. Формировали новые подразделения и сами участвовали в боях за Гомель. Они последние уходили, они последние подрывали за собой мосты и уходили из Новобелевского района. Когда у минулом годе подчас реконструкции показали форсирование СОЖа, то сёлета брали иншую тему. Причем, как наблизить дею до реальности, вывучали документы военных часов и сустракались с удельниками Великой Отчины. У центре уваги один из боев каля Гомеля. Червоная армия наступает на город. Немецкая мкнется не трапить у полон. Не выдерживая натиска армии. Потом удельники реконструкции признаются, на самой справе было крыху не так, але у такой идеи свои законы, и она повинна быть цікавой и притягивать увагу глядачов у весь час. Увогуле ж, после Сталинграда настрой у немецкой армии изменился, и хоть боевые якости она еще заховывала, але боевой дух был не таким, как у 41-м. Немцы боялись котла. И даже мне мой покойный дед рассказывал о том, что когда они зашли в опустевшие немецкие блиндажи с утра, утро 26 числа, еще стояла еда теплая, чай. Настолько они стремительно сорвались отсюда, чтобы максимально не попасть. После Сталинграда они очень боялись котлов. Тем более уже зима надвигалась, это не выжить было им. Военная реконструкция не дитячая гульня у войну. Тут и подрыхтовка серьезная, и силы задействованы немаленькие. Организаторы кажут, что без поддержки местных улад у вугле ничего бы не трималось. До того ж, значную допомогу оказали представники войсковой части, вартовальники и сопрацовники музея военной славы. С уликом такого взаиморазумения и взаимодействия можно чекать, что этой военной реконструкции у Гомеля пошней не была. Олег Сентеров, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Помнік бюст повному кавалеру Ордена Слави Александру Андрієнка відкрите на алеї героїв у Будекашальові. Його ім'я займає годне місце у шерегу відомих воєнних діячів і ударників праці Будекашальовського району. На війну Олександр Андрієнка трапив у 1943-му, був стрілком роти автоматчиків.
За подвиги у 1944-1945 годах тройчы быў прадстаўлены да ордэнаў славы. Вайну скончыў ефрэйтарам, пасля працаваў у роднай вёсцы Радзеева і на эксперыментальнай базе ў Варавічы. Про войну сгадывал редко, занадто великой была цена перемоги. Особенно так не хотел рассказывать, потому что все это всплывало, и потом очень волновался, все переживал. Вот фильмы, когда смотрел, тоже не мог смотреть вот такие боевые, которые боевые фильмы, потому что все это пережил и говорил, что представляю, как вот как это было, какое мы горе выдержали, какой, в каком аду мы были. 130 мільёнаў рублёў на станоўку помніка выделілі са сродкаў рэспубліканскага суботніка. Сёння на тэрыторыі Будакашалёўскага района знаходзіцца 85 помнікаў героям Вялікай Айчыны. Ніводны не разбураны, не закінуты. Ежегодна захаранення обновляем, выделяем на это средства, выделяет областное руководство. Спасибо за поддержку. Вот мы за последние годы 36 их отремонтировали, за год буквально. Открыли сегодня здесь бюст Александра Григорьевича Андреенко. Но это подтверждение того, что в той, наверное, войне в Лихолетии принимали очень активное участие, в том числе и жители Бутлевского района. Протягиваем выпуск. На сессии Гомельского областного совета депутатов затвержены новые областные программы, реализация которых различена на период до 2020 года. Усяго до конца этого года планируется принять 16 таких документов, которые тышатся разных сфер жизнедеятельности региона. Чакаемая працяглая жыцця до 2020 года 74,5 гады, на один год больше, чем зараз. За гэты ж перыяд рост нараджальности больше на 2% и снижение дитячей смяротности на 3%. Это основные параметры, которые закладены у новом региональном комплексе мероприемств по реализации державной программы «Здоровье народа и демографичная безопека». Сярод мер по досягнению запланованного – набыццё нового сучасного обсталявання, информатизация галіны, профилактичная работа. Пытанне удасканальвання дзейнасці школы, дашкольных установ, падтрымка прыёмных сем'яў і фарміраванне маладзёжнага патрыятызму. Сярод прыярытэтаў праграмы развіцця адукацыі. Павысіць якасць жыцця закліканы таксама зацверджаныя мерапрыемствы ў сферы сацыяльнай палітыкі. В вопросах реорганізацыі і автоматызацыі производств, конечно, это сегодня содействие занятости для того, чтобы напряженность на рынке труда снимать, вести переподготовку людей. Значит, вот это вопросы, которые... Ну и охрана труда. Апошнія выходные листопада в Беларуси объявлены днями скидок. Министерство гандлю пропоновало продавцам снизить цены на нехатшовые товары не меньше, как на 15%. Скидки можно знайти как у приватных, так и у державных объектах гандлю. Кожная крама подходит до дня распродажу индивидуально. У одних робят скидки на некоторые группы товаров, у других снижают цены на весь ассортимент. До скидочной кампании долучился так само интернет-гандель. Лепшие сувениры с региональными особливостями выберут у Гомельской области подчас конкурсу «Гомельский сувенир». Организатор – Гомельское отделение гандлёво-промысловой палаты. «Успамин» – так перекладается слово «сувенир» с французской мовы. Это в первую чергу имиджевый продукт. И у многим от того, какие сувениры привезут домой бизнес-партнеры альбо туристы, будут залежать их уражения об нашем регионе. Оригинальность, якость, высокий эстетичный мастацкий узровень. И самое главное – мясовый колорит и познавальность. Такие умовы стоят перед ремесленниками и майстрами декоративно-прикладной творчества. Сувенирная продукция, та, которая может ассоциироваться с Гомельской областью, та, которая может представлять какие-то конкретные регионы Гомельской области, уникальные традиции, культурные ценности наши, она обязательно должна присутствовать, потому что мы проводим и выставки, и ярмарки. И почему мы так плотно работаем с ремесленниками? Нам хочется найти вот те изюминки, которые есть в Гомельской области и представлять их нашим партнерам. Об умовах проведения конкурса «Гомельский сувенир» можно доведаться на сайте Гомельского отделения гандлёво-промысловой палаты. Выники подведут у сакавіку наступного года. Кошт квадратного метра у новобудовлях у ближайший час істотно не изменится. Такие прогнозы связаны с тем, что рынок жилья у апошний час перенасыщены. Усе подробязности у чарговой экономичной доведцы. Так само у выпуску. Податковая инспекция закликает громадян больше активно користаться электронными сервисами для оплаты податков и оперативного информования об законодавчих изменениях. А кроме того, глядаши доведаются, чем отрозниваются умовы размещения грошей у депозитах и облигациях. И на проконцы программы – поравнальный анализ цен на гомельских рынках. Глядите программу сегодня, одразу после выпуску новинок на телеканале «Беларусь-4 Гомель».
Народные таленты табе, Беларусь. С таким девизом прошло святочное мероприемство в рамках Тыдня профсоюзной культуры. 14 творчих коллективов и выканавцев выступили на сцене городского центра культуры. В зале собрались ветераны працы, представники первичных организаций и активисты профсоюзного руху. Яны познакомились с творчеством лепших удельников мастацкой самодеятельности. Это не профессийные артисты, а работники чыгунки, аховы здоровья, промысловых предприемств. При этом каждый из выканавцев имеет опыт удела в фестивалях и конкурсах. Серед их республиканский конкурс «Новые имены», марафон «Культ прав свет», акция «Мы разом». У нас руководители меняются, возвращаются, уходят в декрет, приходят из декрета. А я пою и пою. Это наше увлечение, это, в общем-то, наша жизнь. Потому что работа работой, а когда в душе песни поют, птички поют, легче это очень хорошо, да. У нас постоянно пополняется коллектив. Но самое главное, вот наш костяк, который со дня основания, уже будет в 2008 году, будет 20 лет. Так что мы надеемся, мы доживем, будем работать. Урочистый концерт сопровождался узнагороджением удельников мастацкой самодеятельности и презентацией продукции и послуг предприемствов. И об спорте. Гомельшанки вернулись с медалями чемпионату Европы по боксу, который проходил в Болгарии. У категории до 57 кг бронзовую медаль завоевала Юлия Панасович. Сярод спортсменов вагой до 81 кг на третью приступку пьедестала гонору поднялась Виктория Кебикова. Девчата выполнили норматив майстра спорту международного класса и вошли в историю белорусского жаночего бокса. Ранее на официальных международных стартах представницы нашей страны никогда не становились призерами. Обе две спортсменки тренируются под керовництвом Игоря Фигуренки. Надо сказать огромные слова благодарности за проявленную волю, характер, мужество, желание победить. И это первая медаль для нашей страны в женском боксе. Женский бокс сейчас культивируется в олимпийской семье с 2012 года, то есть с Олимпиады в Лондоне. Это так само и иншие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvargomel.by. На этом выпуск завершенный. У студии працевал Евген Поболовец. Усяго доброго и до встречи в эфире.